Так, ну все. Продавай мне по дешевке, а я буду уже там перепродавать дальше. Далее. Так. Ну, типа, долго будешь продавать, а я сразу все скуплю. Слушайте, это Оман такие звуки ужасные издает, когда агро срываю? Наверное. Потому что нет. Блин. Короче, давайте активнее. Бежим, бьем трэш. Уже можно запихать танков, кто чего лет? Группу, блин, опять искать. Так, что сделать с танками? Первую группу, чтобы их не искать. То, первую? Войдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем в четвертую кину. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Танки все в четвертой. Говори. Ну или как? Страх ваш самый опасный противник в этих проклятых. Если можно. Так, совы нормально, жетки есть, заебись. По хилам, если что, есть дополнительное бревно. Пуля у тебя ДЦ вроде есть, да? Конечно, 6 патрой есть. В принципе, дудутипка в ДЦ идет. Может, с дудутипкой договориться, кто из вас больше дамажит ШП, я не знаю просто. Можете поменяться. Слышишь, дудутипка? А он хуловый? А я не знаю, дудутипка тут? Алло, слышно? Да. Да. Привет. О, привет всем, давно вас всех не слышал. Здорово. Ну, хитки, чё вы там попали? Ну, мне кажется, тут, ну, полрейда стоят возле ступенек. Ваня, идите к хильте кто-то Ваню, блядь, бревно, иди хиль. Мне, мне сейчас хиль, тут один хил, кстати. Вот. Чё? Инфекция мне? Да, конечно, ты БДК у нас, мейн танк. КВ в ДД. Стим в ДД. Чё это, до какого босса рейд? До ребра. До ребра обычно ходим. Ты что-то поменялась ЦЛК? Я должен что-то значимое, не знаю. Да, ты должен конечно знать, блядь. Если ты Войда не будешь слушаться, блядь, пиздец тебе. Короче, ничего не поменялось, да? Ну да. Дотти, ты здесь? Слышишь, онлайн? На месте, на месте. Где Сумон тебе кинул? Давай. Это слышишь, Джимми? Чего? У тебя в макросах там сбор остался гильдии? Да, остался, а что? Скинь его, пожалуйста, РК. Ширк, уважаемый Ширк, подойди, пожалуйста, похиль танков. Ршам. У меня вот такой был макрос. Отлично, сойдет. Ловушку обезвредили, я так понял. Четыре нету. Тебе нету как. Паука бьем. Давайте, что там? Кого сумонить? Слуга в рейд кастует почему-то. Танки есть у вас притяжка, Макгрегор? Что ты тянешь? Слугу надо тянуть. Отойдите за колонну, пожалуйста, то вас дышит слуга. Вот, вихрь, молодцы. Давай, вихрюй, пока не откдешься притяжка, блядь. Или какой-то АДК не притянет. Вот, нормально. А как резкость мышки уменьшить? Что-то у меня все как-то поворачивается быстро. Ну на что это? Там на мышке кнопочки есть, плюс-минус. Интерфейс, мышь, чувствительность мыши, ползунок есть. Блин, не знал, не думал, что в Warcraft мышка бывает быстро шевелится вот так. Ну, подожди, не огрей, тут, по-моему, я один хилю. Хионд еще. Начал лучше хилить. Дутипка, Ширк, сейчас ГП получите, блядь. Все, кто АФК, сейчас ГП получите. Пришли по АФК шить винз, да, я так понял? Дотти, подбегай к нам, где ты тут? Чё ты не принимаешь готовность? Ай, что около тебя, блядь? Дудутипка чё-то писал? Ширк, Дудутипка, нахуй. Молодцы, блядь, поздравляю. Дудутипка говорил. Дудутипка... Коня лопнить упал. Слава, я пласки скидываю, не трогай пулю. Пуля пока не трогаю.
Кокон на Эрдру быстрей. Короче, осмотрел примерно рейд. Из всего рейда знаю 6 человек. У нас все сильно поменялось. А не знаешь, кто многие вот это вот... ливнули или их покикали? Во второй группе. Покикали. Вот... Джей какой-то, кто это, не знаешь его? Это местный бог. Просто говорят, божество. Говорят, не натурал. Я слышал такое от пацанов тут. Джей Ди. В подъезде слышал такое. Мне просто ник сказали, я поэтому поинтересовался. Давайте, надо паучка бить. Чтобы не умереть, надо бить его точечно сейчас. Бейте, пожалуйста, точечно. Нормально ты, да? Бьёшь точечно, делать. Я только один скилл дал, и всё, он не летит. Ну, у тебя скилл-то не точечный, нихуя. Так я еще гнев дал, а я все равно упал. А мы без протопала идем. Сейчас мы разок вайпнемся. В смысле, а кто танчить будет? Я танчу. Это Ваня говорил сейчас? Нет, это... Да, да, Ваня. Хотел пошутить. Искренне не сообразил. Ну ладно, Вань, давай, удачи. Давай. Это Войд, короче, на кильке сейчас находится, а Ваня на Войд Бист находится. А, ну Ваня, то есть у нас вообще нету шансов, что затанчится, да? И захилится, или что там, ДДшник. Сегодня принял, короче, в гильдию типа, ну, мне пишут, БДК кто-то в гильдию хочет, но я говорю, окей. Принимаю типа, берем 25 обычек целка, короче. Приходим на ребро. Я не помню, вайпнулись мы или нет, вы не помните? Нет. Короче, еле убили. Полегло пол рейда. Полегло пол рейда. Хилим там все, добили ребро. Я говорю, ну, почему с тебя срывают? Он, короче, говорит, ну как я танчу? Я говорит, с пула прожимаю два таунта, говорит, и начинаю бить, говорит. Блять. Я говорю, ты, ну, не так танчишь, короче. Ну, он, короче, сказал, что меня научили, типа, что таунт, он агро дает, типа. Вот, пацан, короче, ну, потом я ему объяснил, как ЛПшки прожимать там. 6 ЛПшек там, все, и он начал танчить охуенно. Ты очень долго рассказывал, было вообще неинтересную историю. Все, спасибо. Пошел в жопу, блядь. Этот дудотипка тут? Блять, дудутипка, у тебя мут что ли, или что там, врка? Он на другом канале, по-моему. Дилвас, перенеси его, пожалуйста. Берите штруделя, 80 штук сразу. По бафам. Ну давай, Дилвас, каски. Матанга. Заебал, ну давай кулаки. Аго тогда, давай каски. Архион, давай кресты. Клади на коня. Перетащили дудутипку? Да. Дудутипка тут? А чё, пожилую рыбу даст кто ли тогда будет? Блядь. Два плюс ПР, у тебя два ПР, блядь. 1.8. Лол, блядь. Заберёшь анрола. Окей, спасибо. Ладно, короче. Долго, блядь, что-то стоим. Четвёртая пати хилы. Так. Ничего, что Кув без сокетов уже какой рейд. Вот, я тоже хотел сказать, Кув, что ты сокеты не ставишь? Я пишу всем в личку, я пишу в гильду, блять, меня игнорят. Гео, у тебя камни есть? Хотя бы 3 камня у кого есть на силу. Есть на выносливость. Ладно, пусть это на личе, если будет, ну, заменим, если что, на профи личе. Дайте друиды лапу. У меня БДК, ну, нормально, можно танчить. У меня на шамане дохрена камней, я могу зайти, я сейчас все сделать, я не знаю, потом сколько там. Делать, ну, это камень все. По 120 голды могу сделать. Дешево. Это дешево. Перед дрэской там. Ёбаный, давайте чек на пол. Значит. Че, рыбы не будет? Нет. Стойте. Этот.
Что стоите? Все приняли. Есть, ешьте рыбу 10 секунд, вот рыба стоит. Уйдите с нее, блядь. Приняли. Прием пищи начать, приступить. Слава, прими Хантамова в гильдию. Я постоянно кикаю, ты ему редко играю. Потом. Хорошо. Подожди пока что. Приму стрелу вот эту. Да, да, да. Я просто редко играю, постоянно кикают. Все, Макгрегор, вперед. Раз, два, три, начинай. Ладно, только чтоб я убил. Геро. Джиспанк, нормально у тебя все? Я щелину нажал и назад запидали, вот все. Со льда отходит. С ледяного пламя, холодное пламя. Вихрь сейчас приготовились. Дубовые кожи все прожимают. Чешки отдаем. Беги, малышка, беги! В центре стоим. Сейчас шипы бьем. Шипы переключили. Еще шипы приготовим. С пламя отошли. Шипы. С пламени отходите, оно заранее идет. Вот показывается полосочка. Так, за спину с пламя вышли. Три шипа РДД, дайте лужи всякие. Ой, извините, я разучился. Вставай, полипал. Да не надо, да зачем врезать? Да не ты. Так. На тебе ману, хиль. Вот чмо. Добивайте этого дурака. Шестая ошибка. Так, осколки, Морден. Предпоследний осколок, внимание. Один осколок ДШМ, блядь. Если с первого трая леди убиваем, падает осколок. Ролим на мейн тапке. Идите к трэшу. КВФ танка. Это, я писал, что буду их ролить, то что это, если чё. Кто? АДК, Стимп. Блядь. Тебе они одному нужны, походу. Ну и хорошо. Сами вы извращенцы. На мейн ролим наручим. Кольцо Костянава Колосса, рольте. Костянава. На мейн. На оффроде. Хильте про товары. Хильте про товары. Дай ему каплю. Каплю про товару, нормально. Так, КВ. Даю джейм. Лови. Морден, ты шо, будешь Моллер ролить? Я что спрашивал, третий бро. Так. Кто будет? Кто, я? А ты на танк, это дороги. Тоже на танк ролится, чё, код фуловый. Достигнет таких высот. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его волю. Осторожно, вот с меточкой моб он кливом бьет. Перед собой рассекающим.
давайте шустрее. Так. Шнырк нормально, тесманы все. Пауков бьем. Давайте два сразу. То, блядь, отдыхаем как будто. Мрачные итоги выбегают. Увесьте этих двух игроков. Ты сейчас леди сагрит. Блять, от леди отойдите. Кто там леди сагрит? Отойдите все. В центр. Куба, выбегай с этой гимнастикой. Вот, отпиваем ману сейчас. А дайте ребаф по брату в идеале, пожалуйста. Дал по брату в идеале на главу. Так. Снимите все защиту от темной магии. Снимите защиту от темной магии, спасибо. Значит, смотрите, первая, вторая группа, бьете справа трэш, где протовар танчит. Протовар танчит справа, слева танчит Кувей и Макгрегор. Вы знаете, куда сводить надо трэш, да, в кучу. Вот сюда, где звездочка стоит. Кувей, Макгрегор. Кувей с лестницы и левого моба. Значит, стопнуть, когда скажу. Тапки на ов рулили или что? Да, конскюрит на ов. А третий танк есть уже, да? Ну, ДК забрал. Да он не на ов, он на мейн ролил, ты чё? Тапки на мейна, да, на мейн ролил. Ну, сейчас тогда, погоди. Да, на мейн ролил. Мурка написал, что он будет их ролить. Так, здесь 4... Раз. Зачем? Ну я один уголил там, по-моему, 10% идет. Да я потому что следи покозырнее. Все, покозырнее, это самое. Трэш бьем все без исключения. Ханты, коты, роги, блять. Чек на. Контролим, значит. Джей, контролишь квадрат, конскюрит трусы, я месяц контролю. Вихрями. Если что, я тупой. Что ты? Тупой. Я понял. Начинаем. Слава, на кого напулюсь потом, кто первый танчен будет? Макгрегор. Смотрите, бугимен линкану волча 20к. А ДК, короче, он в адептах состоит. Трэш пошел. Трэш в кучку, пожалуйста, притяни. У вас 2 ДК, 2 притяжки, блядь, что вы делаете? Кучку сводите этих дураков. Все, бьем леди. Нет, троллить приготовить. Он слева трэш, кстати. Давайте, сейчас приготовились трэшевый. Пошли все на трэш. Кучку выбыток. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Диспел с верным. Кособокого кайте. Никчем. Этот контроль. Мартен. Этот Джей подними никчема. Захилите его. Джей подними никчем. Стопайте по леди. Давайте, стопайте по леди, отошли все. Бить трэш идите. Трэш сильно, звездопады дай. Капли, сливайтесь, я трэшусь. Макгрегор, иди лови босс. Переводим. Дали кон. Даю Архионду. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Гляди, дутип. Давайте бьем. Трэш вышел, пошли трэш. Совладите мобов, пожалуйста. Ладно, он поскольку.
духи, все 25 человек бегут, бегите все. Не хлопайте этих пидоров, блять, от них бежать надо, а не хлопать их. Духи такие фиолетовые, отошли службы. Веди босса всегда там, где будет трэш выходить, духи все бегут. Контроль даем. Даю джи. Блять, куда он побежал? Две совы в контроле. Даю тебе контроль. Не очкуй. Трэш пошли бить, все трэш бьют. Ты меня убил. Так, этот конскюрит, поднимай, Гиллас. Каплю не слил, да? Духи побежали. Нет, меня конскюрит ты убил. Давайте Геру нахуй. Ну ничего страшного, значит ты ему стан должен был. Кто следующий танчит? Чего говоришь? Следующий кто танчит? Куве. Блять, Куве. На него на пул давайте. Блять, конта. Что, Гера-то? Фир дайте. Дайте фир. Дайте Геру. Дайте фир коту, блять. Дайте. Ну подождите, Геру, пусть все выйдут из контроля. Да похуй. Может он в контроле ее отдал, поэтому не дают. Бейте трэш. Гиллас, тебя поднимали? А я уже бил. Шаман, у тебя есть трост или КД? А, Морден. Ладно. Похуй на рост, короче, бейте. Он слил, наверное, на Вальку ее. На Леви. Куве, давай танкуй. Побежали все, дух. Контроль. Пули на вылет. Давайте контроли. Кто не вас застрелял. Все, бьем. Трэш вышел. Побежали от духов, бьем трэш. Трэш бьем, алло. Какой-то там шеем, блядь, в мелизоне. Духи побежали. Меня на Макгрегор накидывать. Шаману ману залечь. Братан, только не пад. Где? Залип. Три, наверное, нормально. Побежали от духов все. Даю звездопаду контроль. Не убивай никого, конскюрит, блядь. Ну. Сливайте зеленки вы, пожалуйста. Все, пошли на трэш. Ваша смерть неизбежна. Морден, я тебе говорил с первого трая? Говорил осколок, ГЦ с ШМ. Ебать! ТЦ. Надо кому-то на шару. На шару? Наруч, на шару надо. Не, на шару кольцо взял. А кто ты? Приз, дочь. Ну если на шару. Надо забирать. Это, ткань надо. Всем привет. Привет. Здорово. Привет. Ткань на шару. Да, там есть ткань. Давай, брат, гуляй. Брат, ну идеально, ну ладно. Ты бонусы, меняй ник. Так, кольчуга бонусом, ширк. Ну-ка. Нет, ладно. Пришли быстрее, трешак. Куэ в ДД. Глядите дракона этого босса. Благодарю духов, что они послали нам вас. Сейчас я на коне поведу этого уже дракона криптохруста. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Это я так, это... Боже мой, агро. Танк не очень. Пошел. Побежали на корабль. Храбрые воины. Солдат Альянсу тут очень много.
Капитан Саурфан будет рад видеть вас. На нашем корабле, короче, протовар танчит. Это значит, сержант вас может убить с одной плюхи. Так что не глупите. Все ранцы берем. Пехота молота по местам. Так. Постойте, у меня... Нет, сейчас. Чё нету? Взял ранец? Я. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Коркрон, взлетаем. Так, вроде на мишку у меня один токен. Вы видите? Что это там вдалеке? Значит, смотрите, а кто на волю там? Ваня, ты чё, один на волю? Нет, Мордэн. Кажется, туда я спрашиваю. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Давайте, РДД, уничтожайте этих вот оружейников там на той стороне. Просто звездопады отдавайте. Смотрите, сержантов, не срывайте вот этих дураков. Идите, не умирайте только. Приготовьтесь лететь. Это вы так приготовились? Теле бьем. Как меня скинул? То, что ты тупой, неудивительно. Не, 58 я не сниму ГП, потому что там 240 плюс 58 будет как раз столько, сколько тебе надо. А, ну я не считал. Ну примерно там плюс-минус 8 ГП. Полетели обратно. Так, вы говорите, третий маг будет, да? Пушки нормально вас там слакаются? Что-то вы там... Пуканчик-то подрасслабили. Так ты линканёром по пушку. Я два раза перегрелся, один раз вниз упал. Мозг у тебя не перегрелся. Да сложно как-то все. Ебать сложно. Вообще отвык. Ну а что ты играешь ко мне? Линкуйте, пожалуйста, в дамаг. Линкуйте, почему это? Rules of Survival. Это что, ты новое слово выучил? Как в этом, слышишь, как в трех иксах. Тебе, говорит, льда не принести, чтобы мозги не перегрелись, говорит. А этот дизель, говорит, откали кусочек от своего сердца, говорит, если найдешь. Да лол, 3 икса это топовый фильм. Ну лучше просто не снимали никогда. Старый хороший, новый нет. Да, старый говорит. Мы болтаем, да, едем. Это из Форсажа вообще-то фраза. Ну да, я знаю. Ну я думал, ты тупой, не поймешь. Ну да ладно, спалился. Так, ни к чем, я так понял, да? Три босса, три осколка. На мейн роли. Так, что там? Придав. Это поставь. Слава, Нарк, нужно контор. Так, боль.
Павчик, пожалуйста, поставьте. Боль, по-моему, не может кожаные сапоги носить. Это как? Если честно. А, извините. Да, гусяра. Ой, дуасфул. Угу. Ну сейчас тут один рахит отвалится. Возможно. А за что 500 ГП бывали начислили? 500 это лишнее. Если бы не сказал, так бы я встал. Я здесь, чтобы забрать его тело. Встал, да, наручи? Какие? Ну, а кольчужные. Звали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Так, тут, короче, такая тема. Пообещал, тут надо бить трэш, короче, но тут две совы. Думаю, должно быть нормально все. Один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался. Короче, давайте цел. Так. Трэш бьют все, без исключения. Маги. Кроме, короче, Роги и Кота. Рога и Кот не бьют трэш. Что за этот беспредел? Если упадем, посмотрю, у кого ноль, кроме этих двух людей. Блять, будет сотка ГП. Да, можно с меня трусы снять, мне некомфортно. Трусы снять? Не-не-не, я пока в трусах остаюсь. Фулибар надо, фулибар надо. Дайте герб. Давайте герб. Блять, шаман, ширк, блять, тебе ГП ебанут. Напишите ему в ПМ кто-то. Напишите привет, как дела, типа. О, блять, ну я ж тебе сказал, ёб твою мать. Посорву. Нет, тогда. Где у вас ты пусть? Так я сорвал. Что надо поделать? Я ему сказал, дай пару ДД-шмоток, сорвал, блядь. Джей, поднимай Дилос. Да не надо, я уже ниже по ДПС. Да похер. Я делал. Поднимай Дилос, Джей. Лучше богом, демон. Конскюрит, поднимай боль. Мы это уже проходили, меня... если что, получите ГП на хуище просто. Стрела, блядь. Сейчас посмотрим, кто там бил, кто нет. Листок, поднимай стрелу. Джей, подними Дилваса. Напишите в ПМ Джею. Всем ГП, кто не в РК, чё они не заходят? Он здесь. Дайте Роман, там он же бил. Раз в месяц пришел, ему по домашку не дают. Хули толк сейчас домашний? Чтобы убить, хотя бы не упасть. Бейте трэш. Просто знаешь, как получается? Не ты срываешь, походу, а просто кидается метка. В этот момент, когда он переходит на другого танка, залупа и происходит. Нет, я тебе просто сказал один пар бедошмот. Я делал деньги. Этого мало. Нормально же держалось, я потом просто выключил автоатаку и все. Thank you.
Брат в идеально просит дать ДПС по трэшу, потому что чувствуется какой-то наем. Да. В идеале надо так просто не наебать. Мы просто ГП забоялись и стали бить. Так, на мейн роли в наруче. Так. Архион, ты угораешь? Алло. Знаете песню эту, номерок блатной, там вот это про семерочки? Вот у меня пинг 3 семерки сейчас. А, ну хорошо. А ты блатной? На мейн, значит, Макгрегор, да? Да. У игрока нет места. Как дела у тебя? Выкинь какой-то штрудель там. Выкинь какую-то шляпу быстрее. Бэнк, да, выкинул. Завоеватель ролим. Так, вот Дотти, Архион, Монтагна. А слышишь на меня, Варга, вообще? Да. Да. Так, Дотти. Спасибо. Надо будет два завоевателя кому-то скажете. Чё за? Открывайте портал, стойте у портала. На ступеньки никто не подходит. Портал открыли, алло. Танки уже должны были пробежать, открыть. Вот, открыли. Так, все стоим здесь у портала. Вперед никто не заходит. Валька забагается, блядь, будете потом, блядь, плакать. Что у Войда рейды долгие, блядь. Так. Бежим. Ведешь Вальку прямо к порталу, а то, блядь, выйдут по ступенькам. Милики. Входим, блядь, вторая летит сейчас. Это я дебил, блин. Бил без пласки. Пошли ровно в центр. Ровно. Пошли на кровь, может так, щиток упадет, и лучше будет танчить. Да, на кровь пойдем сейчас. Это самое. Ровно в центр, никто вправо-лево не сворачивает. Потому что Валька забагается. Ровно за звездой идем. Она вон, она сейчас впереди на нас полетит. Вот тут звезду встаем, здесь вот. Не надо там, право-лево, никуда не бегайте. Сейчас она полетит к нам нормально. Сейчас после Вальки КВ спекнешься в танк и на помощь не прежде. Пекайся, кувай. Без всяких контролей врываемся. Рослого бьем. Слишком. А какой общий ДПС на сорте будет? По ощущениям очень маленький. 275. Сейчас смотри, контроль даем. Все внизу стоят, все встали внизу, никто к ступенькам не подходит. Ко мне идет Дотти. Дотти. Танки все ушли вниз тоже. Ушли все вниз, внизу будем бить трэш. Дотти, дай треугольнику контроль. Дотти, подошел, дал контроль, ушел за стенку. Ушли все вниз. Придет рослый, будем рослого бить. Нужно подойти поближе.
Пошли вниз, все, ушли вниз. Надо тут ШП стоять, ушли вниз. Все, этих пидоров здесь прям. Рост. После рослого. Ромбик. Выбирайте ромбик. Танков, а вот если у меня сейчас... Что? 5 танков у нас сейчас. Кого? Танков 5 штук, прикольно говорю. Нормально. На это я рассчитываю. Ну что, Малех не собирает, я это все уже делал группом. Не знаю, не писал ничего. Бьем вот этого зеленого дурака. Вообще, с пятницу похерил СРТ как-то. Вообще у нас, ну ты был, да? Видел печаль вот это? Ульда будет, не будет, всем похуй, никто не хочет собирать. Ну, я просто... Буду вообще, в топ, потому что это полезно. Так, теперь вниз спустились все обратно. Ушли ретрики, хуетрики, ушли Дотти. Да я пока не буду. Дотти. Не надо лишний контроль. Дотти квадрат, и все вниз ушли. И уходи тоже вниз, за стеночку и вниз. Ушли все ДД вниз. Рослого, дальше кого скажу. Много пришло, Макгрегор давилось. Русского, русского бьем. Да, русского, русского бейте. Русского бей. Быстренько, теперь в треугольник, выбрали треугольник, отключили АУЕ, треугольник залили быстро. Очень быстро. 10 тактиков. Треугольник убить. Танки прожимки не жалей. Не падайте, не срывайте ебаный агро. Выберите ромбик теперь. Ромбик. Притяните ДК. Ромбик тянуть на предыдущий. Ромбик все бьем. В ромбик предыдущий. Да и кильки каплю. Ну это дэх нормально. Не бьете медленно, как вам говорят, либо танки дно, блин. Медведь дно. Резайте 4 тела, стали внизу все. Ладно, резайте и поднимайтесь наверх. Тут один... Что? Ой, здорово слышишь. Да и тебе... Дай вот станы пока, пусть он будет станы. Да, где плевать, конечно, ума хватает. Ну ты смешки дает на него. Да это Войд кинул. Ага, Войд в медведе стоит, блядь, смотрит на вас, дураков. И челюсть отпадает. А дайте баф, пожалуйста, по брату в идеале. Может быть еще ресните одного? Да, ресните еще одного, то у нас... Я ресу. Все, там ресут, нормально. Поднимайтесь наверх. В танках остаются... Макгрегор и... Кто там, блядь? Мейвезер. И кто? Нет, это шутка. И килька, блядь, килька, я вот не знаю. Ну, килисета затанчишь, наверное, да? Конечно. Вот, ну, там изи, там просто бей его ударом щита мощным, и всё. То он какой-то РДД сорвёт с тебя потом. Ну, типа, агрон играет. Чек на... Дайте рыбу кто-нибудь, если можно. Давайте рыбу пока здесь. Бас, баф еще дайте. А сферки обороняющий щит не разбиваются, не? Они не бьют. Приз баф. Маг баф. А где рыба? Блять, да в банке рыба. На сковороде рыба. В море рыба. В речке рыба. Подошли сюда. Чек на пул, блять. Приняли готовность быстрее. Полчаса здесь торчим уже, блять. Поставьте протоауру, мистер Ретри. На место, блядь. На спот. Думали, что танк спот. Такая была эта рубрика. Непобедимые воины короля Лича. Танк спот. Протовар Халион 25.
был досадным недоразумением. Сила сферы. Так, Макгрегор, отведи к сове вон той мобов двоих вот этих. А то там АДК чумой достает, прям мешает. Хуя себе мобы. Не больно. Дотигей. Я и без ника такой. Дотика. Беги нахуй. Бейте вот этого дурака. РДД отбежали далеко. Вот смотрите на джей. Там вороночка. Кого ник заканчивается на дету, тоже гей. Ой. Давайте совы звездопадом, кинетическую бомбу бейте, кинетику все бьем. РДД, как дела у вас? Катушка анролом идет на кота. Вот у меня никогда не будет ни совы, ни зерна. Тупо сходу катушка ваша уйдет. Не. Темная сфера. Нет, килисет. Надо килисет и бить точно. Подержу. Молодец, стоит, как два набивает. Ой, замах набивает. Ну пусть набивает. Кто я на килисете сижу, если что? Ну ты же не один поладел. На варе, говорят, шапка горит, да? Пошли на Ксадар. На войде? Ты че, вот без шапки ходишь? Да. Сибирский парень. Прожали дубовую кожу все. Захиливаемся. Так, не двигайте, захиливайте сначала. Все, добивайте этого дурака. Прольется кровь. Куве в танка. Моя королева. На помощь, на трэш. Подождите, одного пока бейте только. Так, а я не помню, плащ у меня был тут. Ну, вроде есть, значит. Пауза, зачем? Ролик не бьет. Одного пока убейте, остальных не агрите. Или агрите, только если законтролите. Тактика. Это если что, я на оф кинул. Морден на оф? Да и я на оф тоже. Давай, стоп, я на мейн сейчас. На мейн. Эй, где ты? Ты же вроде на ДД шел, по-моему. Нет, там ошибочка нашла. Что ты говоришь, Валя не упала, да, теперь на танк? Не-не, там Вара пока что я написал. Он на ряде еще сказал, что на танк. Ну ладно. Смотрите, не сдохните, там не врывайтесь, а уеб. Вот, шлем, QE, это у меня такой же, только с норм. Куля, иди сюда, дудутипка, иди сюда. Контроль? Левого, дудутипка правого, да. Все. Давайте, контрольте тут. Советнику на покорение. Кого-то бейте, короче. Как большая подруга, да? А эликсиры с настойками суммируются? Играл кто в The Consi? На кого?
Какой? Ты имеешь в виду настой севера и ярости? Не знаю. Ну, нет, не суммируется. Да, еще что-то. Я не понял просто о чем. Вот есть класска, например, сейчас обсужу, как называется. Да, ярости, вот. Это настой. А, эликсир есть? Еще какой-то есть эликсир. Увольняемся. И на кого-то надо закончить. Где это вам? Так, смотрите, нужно бить метку. Квадрат все выбрать. Вовремя ты. Ребята, а НС-ка бесплатно что дается? 10%? Нет. Это я, если что, не танчу, частицу лучше на танках вешаю. Так, ребята, зачем тебе лампу закрывать? Ну, чтобы Грегор подамажил, будет побольше ДПС в рейде. Очень профитно. Грегор, ДД, веб-танк, килька, давай, ну, не знаю, блядь, не упадешь, вы вот знает, блядь, да вроде не должен, короче. Давайте, меняйтесь, КВ, Макгрегор. Быстренько, 10 секунд ману ешьте. Готовы, Макгрегор, КВ? Yep. Да. Танга тут. Так, ну танга, иди сюда, блядь, закрою тебя там сейчас. Куве начинаю, килька начинаю. Сейчас куэшку кинуть тело. Решение. А почему здесь? Поставь тотем на антифершон. Че он подтянет его? Шаман, встань чуть левее, пожалуйста. Я отдал на рестор друг. Ну тип контифер есть? Есть. Смотри, ты не жди? Да, я все нажму. Все, разошлись медики под стенку, ушли. Рейндж словили все. Рейндж словите, а то дамаг получите большой. Слишком далеко.
Агро. Отойди там, Крист, как дела, ты стоишь в луже. Да? Не знаю, что должно быть в голове. В голове моей туманы, маны. Блять, Ваня, ёбаный в рот. Да, я вижу. ТЦ. Спасибо. Ну, 6.1, нормально. Короче, я пошел интернет перезагружу, слышно меня? Давай. Куда дальше? На синдром. Защитник роли. Так, Ширк, стрела. Могу синий же. Два покорителя, если кому-то надо, скажете. На Валику. Да, дам. У тебя завоеватель остался будет? Да, два. Хорошо. Пошли на трэш. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Ладно, танкуйте. Потом на Вальке или после Вальки отдам. А тут никто не должен падать. Все бьем ромбик. Бьем все, милики. Если местами поменяется, с той дурой. Вперед. Пока. На птичек никто не тыкнет. Блять, это так не тыкаете в охуенно, да? Нет, это когда убиваешь одну из них, они начинают сами агрить. Правый удар не бейте, хотеть левый. Дуру.
охотайте мишку сильно. Зачем? Он идет нормально. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Так, сейчас надо Вальку будет захилить. Глупый Крок. Думайте сразу, у кого персы есть. Вары, маги, у кого хилы есть. Ну что, я отдал? Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас... Чё, работа, Солка? Еще целка будет, говорю, на этом когда? Да. После этого целка еще одну сходить, как вам такая идея? Явно. Так, Ваня, можешь зайти на кого-то? Или тебе надо что-то отсюда? Алло, алло. Алло. Я шейка, тут, я спек наш. Я выше на шею есть, еще мне шея нужна эта. Ты говоришь, что хилов мало. А? Что хилыш вроде есть. Я тут, я спекнулся. Спекнулся, молодец. Может, да бля, я что-то не верю в этих хилов. Да в смысле, вон шаман, хулипал и я на Вальке, а Эрдру и ДЦ на рейде, мы все захилим. Что тут верить? Если есть Холи Прист, то вообще отлично. Ну давай. Ну ты ретрика могут летать в порталах. После вторых порталов будет нормально хилить. Хорошо, Матагна, бафы дай, иди. Пуля на вылет в ДЦ, дудутипка на Вальке полетаешь, в ДЦ, пуля на вылет, листок, хилить рейд. Давай, спекайся, отпивайте ману. Дайте рыбу, пожалуйста. Сейчас тебе дам инер. На инер. Зачем давать инер, если сейчас его надо будет кому-то давать? Зачем говорить зачем, когда можно сказать как? Кто угадает, с какого это фильма дам 100 гол? Что, с какого фильма? С фраза зачем говорить зачем, когда можно сказать как? Не знаю. Нет, не Трикса. Это старый фильм, ну даю вам подсказку, и там негр снимается. Его все знают, наверное. Криминальное чтиво. Нет, нет. Кто? Криминальное чтиво. Нет, не чтиво. Сколько старый? Дэмил Таузет. 90-х. Ничего себе, ты старый? Ты сам таблетки продавал? Нет. Кто на бойсе, давай, говори. Блять, наверное, никто не угадает, что это за фильм. Кто на бойсе? Повышай ставки. Листок на рейде и пуля на вылет на рейде, стрельни на гости. Да какие ставки? Просто угадать. Нет, камера угорел. Короче, подсказку дам. В этом фильме есть клоун. Ой, и все. Нет, не оно. Самый лучший фильм. Нет, блядь, 90-х годов. Слышь, там много клоунов. Нет, один.
Ну, я же говорил. Нет, не умер. Войт и все-все-все. Добавляю к награде древнейшей стороне. Давай еще подсказки. Помощь зала. Да ну на. Ну на Гузу. 50 на 50 было. Не, не. Не знаю, какой-нибудь бриллиантовый полицейский, какой-нибудь такой говно. Нет, нет, нет. Даю супер подсказку, это фантастика. Звездный десант. Нет. Звездные войны? Нет. Не, походу такое не смотрю. Подожди, не говори, сейчас еще до часа минут 10. Если мне сказать актера, вам вы, наверное, погуглите и найдете сразу. Ну, тогда да, награды не будет. Ну давайте я скажу. Мой брат уже загуглил и не нашел. Давайте я скажу актера, но награды уже не будет. Актер Майкл Джей Уайт. Какой Майкл? Майкл Джей Уайт. Который вместо Прима снимался. Негр такой. Неоспоримый. Шаман, ты можешь с нами летать? Просто жесть. В одну сторону какой-то урод летает, и в другую сторону второй. Вы можете в центре все встречаться? На Кори Пау, например, за ним летать. На Джея поставил метку. Говори, к голове или к хвосте лететь, и не будет в звезде летать. И вы летаете в звезде. Берем подавление. Тайсон? Встречаемся. Где встречаемся? Перед мордой босса встречаемся и летим против часовой стрелки. Да нахуй ты говоришь, они не поймут, блядь. Просто лети, они за тобой будут, да? У меня, блядь, мозг вскипает, когда ты это говоришь. Где, вчера вам в рейд заходил псих, что ли, мешать ролить? Ну я видел, ты там кукикнул чувака по имени Стив Овк. А, да. Да, залил Фрида, конечно, молодец, загуглил. Спаун фильм называется. Спаун. Смотрел кто? Изучил. Охуенный фильм. Вообще, вот то время он еще на кассете у меня был. Блядь, тогда этот фильм казался, блядь, заебись. А сейчас... Тоже вроде новые снимают. Новые снимают. Огненный слева. Да. Огненный слева бейте. Да, бейте. Я, кажется, недавно его смотрел, пытался смотреть. Параша и Параша, да. Не, смотрели, да. Когда маленькие были, блядь. Да, заебило. Там еще мультик можно посмотреть, Спаун тоже. Два сезона неплохой. А у Е почай. Там анимачка. Блядь, унесенные как там, призраками, да? Нет, Спаун. Не-не, я про аниме пытаюсь плавно соскочить на аниме. Вы херово хилите, кстати. Да, вы херово хилите, кстати. Так что поднапрягите пукан, не теряйте стаки. Там верса скоро, а я не мог попал, так что давайте резче. Артём, ты стаки проебал или чё? У него 8 стаков. Ну конечно. Почему ты проебал? Потому что холику, блядь, бегать за этим ебучим шамом или друли нереально, понимаешь? Я пока до них долетел... Мне стаки пришлось. Это все из-за того, что надо вот в одной куче собираться. Да, все правильно. Летите сейчас звездочки летаете. Надеюсь, звезда не спал. Снарост надо давайте после портала. Не-не, там мало какая. 73 только пусть еще портал. Мы не выдержим, я короче кикну. Пусть второй ДЦ не заходит просто и все. Там Шама стаки потерял. Хуёво, блядь. Так, рост этот. Подавление бьем. Кстати, я вдруг просил по мне. Залейте, пожалуйста. Как выйдете, рост, давайте уже с дырса. Сейчас я телесток залью. Огненный слева. Бейте огненного. Давайте, череп. Рост. Череп убили. Гимна там на хп. Да,
Так, стаки. 4 секунды. 2%. Нормально. Ресники ДК. Ура! Линканите хп из какого-нибудь портала. Так, что-то надо будет сказать. Спускайтесь вниз. Не ФКшите, спускайтесь вниз. Ничего себе. Там, Слав, на Сильдру спикни танка, у меня фрешмота нету. Где у вас есть ваш мод? Давайте я на Синдре в хиле останусь. Да, останься. Сейчас оскол тебе очень все время почти падает, там почти со всех боссов, кстати. Тоже отведу недолго. Только вниз главное спуститесь, чтобы мне не пришлось вас кикать. Что там, если я буду в кошку прыгать, все равно магия будет кидаться. Тут другой скрипт. На X5 этот такой скрипт, что кидает на тех, у кого мана является ресурсом, и там типа медведем или кошкой доджится хилами, друидами, бальдёнком. А на офи как было? Думаю, так как здесь. Но я инфы не имею точно. Другой скрипт. Давно вопрос хотел задать. Кто точно знает, убийство Халеона через перекос это багаюз или нет? Или так было на офе? Через что? Через перекос. Нет, короче, на офе можно было так сделать. Но у них типа просчет был. Да, никто не делал просто. Я знаю 100%, потому что, ну, типа так считалось. Никто до этого, наверное, не додумывался в свое время. Привыкли уже по-обычному убивать и все. На офи же попроще было, там не ваншот или маленький, как у нас. У них не нужен был протопал, как у нас вот стоит, который маленький и тхтанчик. Такого не было на офи. Там не было штанга на трэше. Рома. Да, здорово. Был там на трэше. Я пересмотрел порядка 50 логов, везде танк трэш танчился. Он бил слабее, чем у нас, но не намного. Ну, короче, на офе можно было вот так вот багать, когда, ну, не багать, а бить. Типа 100% во тьме, потом свет выходит. Просто все... Катаклизма? Здесь было 2 года назад тоже. А, Войт, поставь фрилуд. По видим с катаклизма, там метеор падал в свету, когда никого не было. То есть, говорит... Да. Сказать точно нельзя, да. Ну, по видео соло кило, когда человек во тьме убивает соло, он же выкидывается в свет, и там был уже от метеора. То есть, даже когда в свету никого нету, но это на катаклизме, на лечении, ну, нету таких доказательств. Я думаю, все было, ну, так же, как и... Ничего там не меняли в РСке уже на катаклизме. Ну, просто мне рассказывали, типа, что вообще никаких проблем на офе. Когда вот у нас сделали, что метеор в свету падает, сказали, на офи такого не было. Ну это никто не скажет точно, был или нет. Рудем, не хилы закончились, хп у тебя закончились. Блин, чего так агрессивно реагировать?
Но я не пал. Чего так агрессивно настроены? Во. Я вот на этой неделе пошел с какими-то Ctrl-Lag Delay на Синдру и Валю Ханту. С кем он разговаривает вообще? Там в чате с кем пишет. Ну типа, ты на каких-нибудь персов можешь этот зачаривать шмотки? Как я ринканул тебе это? Проф. Чё тебе надо? Да. Лут сразу смените. Да. МС, чё ты стоишь? А, да я чё-то завтыкал, думал, блядь, где танки. А потом я так смотрю, так я же, блядь, танки.